Что делаете? Пьем чай и кофе. С чем пьете? Да, здесь есть вкусный финик. Как сказать? Какая вкусная та. Мы, скажем так, пилаты Карибского моря. Финик. Финик. Это самый огромный. Я говорю, там же колобей. И нас снимает. Не знаю кто. Дуатская принцесса, как сказать. Дженнифер. Да. Слава, да вы видите, что у нас не стоит здесь никакой черной жемчужины. У нас зато... Золотая жемчужина, вон она. Зато стоит такое плавательное средство. Просто во время шторма мы его сделали в каюте, спустили его и сами прыгнули. Мы пьем славные напитки колоте. Откуда мы взяли? Финики. Откуда мы взяли? Одежду всякую такую вот. Откуда мы взяли вообще это? Мы это все уклали у знаете кого? Торговый. Ну да, торговый корабль. Вот когда мы были на черной жемчужине еще, мы сваловали оттуда вот целый мешок со с этими ямками. Короче, я капитан Джек Воробей. Вон Молечка, вон наш Эквин Дубейн. А вон опять в голове, сейчас покажу. Надо вон выйти его. А подгреби ближе. Вода из земли. Вы видели ее? Вода из земли. Там маленькая дырочка на самом деле. Вот. Я хочу попасть. А там цветы зеленые все. И вот там растут маленькие. Обычные глазки. Да. Моей мамы глазки, если что. Вот, это мы приблизились к каскадам. Вот она, буйная река Ислис. Да. Будем уходить. Это были каскады. Это был порог на Исласе такой. Видите, какой бурный поток. И висят такие скелеты, а мы сейчас поплывем по далеке. Смотри, какая здесь. Гурлящая река. Да.